Одна хорошая книга, прочитанная в нужное время, может существенно изменить жизнь человека. Так считает главная героиня первой встречи проекта «Любимые книги известных людей». В свое время для Ольги Попко, сегодня депутата Палаты представителей, а еще совсем недавно директора музея «Замковый комплекс МИР», такими направляющими стали произведения Владимира Короткевича. Честно говоря, в 16 лет, начитавшись «Черного замка Ольшанского» и «Дикого полевания короля Стаха», я решила стать историком и причем исследователем. Это я помню четко. То, что мне казалось, что я буду исследовать старинные рукописи, искать какие-то клады. И вы знаете, на самом деле не совсем в этой области, в области искусствоведения, но действительно удалось совершить открытие, которым сейчас активно мы занимаемся. И даже сейчас я занимаюсь тем, что пишу докторскую по искусствоведению на эту тему. Это находка коллекции портретов князей Радзивиллов из большого собрания Витгенштейнов и Гогенлоя. Ольга Попко уверена, проект сможет привлечь молодежь в ряды читающие братья. И если именно ее пример и ее выбор заинтересуют юных брещан, будет очень рада. Представители подрастающего поколения слушали выступление Ольги Николаевны с интересом. Последний, к слову, нередко и становится отправной точкой большого литературного путешествия. В рамках Года культуры наши читатели проявили очень интересную инициативу и предложили библиотеке провести, совместно организовать такой проект «Любимые книги известных людей» и приглашать на эти встречи с читателями, с детьми нашего города, самых известных людей в республике. Инициатива вообще это принадлежит очень интересной семье, семье Старикевич. И вот сегодня одним из моих соведущих будет Ваня Старикевич, ученик 9-го. Класс одной из школ города Бреста. Организаторы уверяют, встречи в рамках проекта будут проводиться регулярно. Уже на следующей неделе гостем, презентующим любимое произведение, станет Вячеслав Бондаренко, писатель и телеведущий. Главный критерий отбора героев встречи – заинтересованность со стороны подрастающего поколения, представители которого, к слову, несмотря на расхожий стереотип, книг читают не так уж и мало. К тому же при выборе проявляют осознанность и необычный подход. Моя любимая книга – это тоже Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», потому что именно из этой книги я делаю основные выводы в своей жизни. Я читаю очень много книг, и я очень люблю книги на историческую тему, то есть история в моей жизни играет вообще основную роль. Так как я всегда относился к истории очень трепетно, я всегда считал, что даже простые личности в истории могут поменять очень многое, я читал всегда в основном именно исторические книги и очень интересуюсь историей именно Беларуси. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».